Сообщение о возгорании на нефтебазе сорвали учения в Рыбинске. Известие застало пожарных на отработке маневров в авиационном техникуме. По легенде, здесь загорелось одно из помещений. Несколько сотен студентов были эвакуированы. Оказалось, что зря сотрудники МЧС уехали на вызов, поступивший с нефтебазы. Учились сегодня и в Переславле. Там спасали условного утопающего. По легенде учений, лед треснул под ногами местного жителя. В роли утопающего выступил один из сотрудников МЧС. Дрейфовать на льдине, а тем более утонуть, спасатели своему коллеге не дали. Пострадавшего доставили на берег и оказали первую помощь. По статистике, количество происшествий на льду увеличивается с приходом оттепели. Такие случаи бывают и довольно-таки часто. Вот. Ну, особенно вот в такие времена, как вот весеннее половодье, осеннее становление льда. Ну и летом приходится.